Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Ливневки в Барнауле не справляются с мощными ливнями. Что делают власти, чтобы город не стоял в лужах? Каждый пациент тяжелый и очень тяжелый. В каком режиме живет реаниматолог Первомайской ЦРБ и как он отдыхает? Во всем мире выходные отметили День Отца. В чем его роль сегодня и какие трудности испытывают современные папы? Алтайский край вошел в список регионов, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Владимир Путин поздравил с этим руководителей нашей и еще нескольких территорий на Петербургском экономическом форуме, который накануне завершил свою работу. В лидерах рейтинга уже не первый год Москва, Татарстан и Подмосковье. Алтайский край был отмечен в числе регионов с большим прогрессом. К примеру, Курганская область улучшила показатели на 36 позиций, Алтайский край на 26. Напомним, рейтинг ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив. В его рамках оценивают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляют лучшие практики. Барнаул снова тонул. Потоки воды уже традиционная проблема в сезон дождей. Всему виной недостаток ливневок. Каким был город на минувших выходных и как стихия обрушилась на другие территории края, расскажет София Яценко. Смотри, волна какая идет. Жесть вообще. Смотри, машина ж плавает. Эти кадры сделали барнаульцы в минувшие выходные, но ситуация на них ничем не отличается от прошлогодней. Лето, ливень, город плывет. Плывем по Ленинскому, офигенно. Капец, вообще просто. Просто капец. Некоторые районы затапливает особенно сильно. Вода почти накрывает капот внедорожника. На этих кадрах улица Попова возле Павловского тракта, следом другие. Все эти больные точки Барнаула мы знаем. Антона Петрова в сторону Попова тоже все печально, все затопило. Еле-еле, правый ряд еле. Вот потопчик у нас. А я с этой стороны потом, дай? Здесь, с этой стороны. Просто вторая северо-западная советская армия пересечения. А это кадры с прошлого лета. Тогда последствия осадков превратились в водопад и буквально сносили столики кафе на Старом базаре. А всему виной недостаточное количество ливневок. Справиться с проливными дождями существующие просто не в силах. Для пиковых недостаточно, когда большое количество осадков выпадает, да, не справляется оно. Но когда идет не обильное выпадение осадков, ливневка работает. Рабочие дежурят для того, чтобы чистить ливневоприемный колодец, если затянет чем-то. Например, пакет принесет, потому что все водоотведение жилых районов идет на дорогу. Оттуда несет и ветки, оттуда несет и какие-то там целлофановые мешочки. Судя по уровню воды выше колен, одного дежурства возле ливневок недостаточно. Такая же ситуация и в Рубцовске. И пока одни на выходных плавали, другие прятались от града. Лед с неба ловили на Бирюзовой Катуни и еще в нескольких районах края. Но по прогнозам синоптиков, впереди жителей региона ждет жаркая неделя без осадков. И в целом лето этого года, говорят специалисты, обещает быть засушливым. София Ценко, «День с толком». Славяно-Сербский район ЛНР доставлено 20 тонн гуманитарной помощи от Алтайского края. Данные продукты питания, а также средства личной гигиены будут распределены между жителями Славяно-Сербского района и людьми, которые покинули свои дома и временно переехали на территорию Славяно-Сербского района. Кстати, помощь на этом не заканчивается. Славяно-Сербский район планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Алтайским краем в сфере транспорта, инфраструктуры, социальной защиты, спорта и образования. В Барнауле скончалась пенсионерка, которую недавно выписали из 5-й городской больницы с гниющими ранами. Напомним, пожилую женщину госпитализировали в реанимацию в феврале этого года с подозрением на инсульт и ковид. Все это время родственникам запрещали навещать пенсионерку. После выписки они обнаружили у нее многочисленные пролежни и язвы. Следком начал проверку больницы на предмет качества оказания помощи пациентке. Накануне стало известно, что бабушка умерла. Об этом сообщила ее внучка. О причинах смерти пока не сообщается.
День медика прошел в эти выходные. Уже с конца прошлой недели мы рассказывали о достижениях нашей медицины и людях, которые спасают десятки и тысячи жизней. Один из них – врач районной больницы Юрий Сахаров. Его специальность – анестезиолог-реаниматолог, то есть каждый пациент тяжелый и крайне тяжелый. Анастасия Наборщикова узнала, как живет простой человек, у которого каждый рабочий день – это борьба со смертью. Всего один пациент в реанимации. Редкость в практике врача. В эту палату Юрий Сахаров не заходил 2 года. Все это время мужчина работал в ковидном госпитале. Пока там спасал десятки людей от смерти. Оставить Первомайскую ЦРБ не смог. Помогал. Был такой приближенным к военным условиям. Просили по экстренной необходимости, так скажем. Ну, не было. Доктора ушел, то есть заболел. А пациентов принимать надо. Угроза жизни, значит, лечит Сахаров. Врач-анестезиолог-реаниматолог – это последний шанс больного, чтобы задержаться. Тяжелых и крайне тяжелых пациентов к нему отправляют хирурги, гинекологи, например, травматологи. Десятки людей с того света они вытаскивают сообща. Наше учреждение находится на границе 3 трасс федеральных – на Новосибирск, на Заринск, на Горно-Алтайск. Район огромный, протяженностью 200 километров, поэтому востребованность такой профессии очень важна. На работу из города в село, а еще на рыбалку. Для врача со стажем в 16 лет отдых как кислород. Кстати, сюда мы приехали не случайно. Здесь Юрий поймал щуку весом в 10 килограммов. Сегодня среди его трофеев победы на краевых и сибирских соревнованиях. А еще попадание в десятку на России. Какие были рыбины? Щука 10. Щука 10. Судак 5 с небольшим. 5200, по-моему. И сазана ловил на спиннинг, тоже на 6, по-моему, килограмм. Сегодня Юрий рыбачит сам, нередко с дочерьми и женой. Она, кстати, тоже врач и такое хобби поддерживает. Отдыхают они вместе, чтобы завтра каждый смог спасти чью-то жизнь. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае завершилась посевная. В этом году под каждую сельхозкультуру отвели большие площади, чем в прошлые сезоны. Об этом сегодня во время оперативного совещания в правительстве региона доложил министр сельского хозяйства края Сергей Межин. Общая посевная площадь составила 5,3 миллиона гектаров. Это на 128 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Основную часть сельхозугодий отвели под яровой сев, то есть под зерновые, технические, овощные и кормовые растения. В целом все культуры посеяли на большей площади, чем ранее. И прогнозы на урожай сейчас более благоприятные, чем месяц назад. Аграрий отмечает, в регион пришли долгожданные дожди. Они напитали почву, и это должно положительно сказаться на росте растений и, как следствие, общей урожайности сельхозкультур. Общественные центры для разработки и воплощения в жизнь социально полезных инициатив заработали во всех районах Барнаула. В последнем железнодорожном приемная партия «Единая Россия» открылась на днях. Еще одно партийное пространство, 5-е по счету по числу районов в Барнауле. С его открытием задача, которую перед единороссами поставил секретарь городского отделения партии, можно сказать, выполнена. В краевой столице появилась сеть центров партийных активностей. Цели открытия приемной – это, конечно, общение с жителями. Постарались открыть их в тех местах, где удобнее было бы. Хотелось бы, чтобы эти приемные работали не только на обращение граждан, а чтобы эти приемные работали и на предложение граждан, на новые идеи. Я надеюсь, что эти приемные заработают в качестве, ну, такой точки притяжения. В приемные Центрального и Ленинского районов, которые открыли первыми, барнаульцы уже активно обращаются. Есть определенный пул наказов, и я не сомневаюсь, что вот именно эти приемные будут тем местом, где будет биться сердце партии. Это будет живое место, это будут площадки, это будет встреча с молодежью, это будут решения действительно важных, насущных проблем города. В общественных центрах провели первые лектории и мастер-классы. Волонтеры презентовали новые социальные проекты. По мнению организаторов партийных приемных, их особенность – в скорости принятия решений.
И новые лица, которые придут к депутаты, они продолжат, я считаю, хорошую традицию депутатов Единороссов Барнаульской городской думы и будут также эффективно работать и взаимодействовать, с одной стороны, и с исполнительной властью, что абсолютно четко считаю необходимо для того, чтобы принимать эффективные решения, и с барнаульцами для того, чтобы принимать решения, которые актуальны для наших горожан. Добавим, лидером по числу вопросов и предложений от горожан пока является приемная Центрального района. Елена Макаренко, «День с толком». Сильный пол тоже нуждается в поддержке и помощи, особенно в сложные для них моменты жизни. В канун Дня Отца, который отмечается во многих странах мира, мы решили узнать, с какими вопросами и проблемами сталкиваются современные мужчины, особенно те, кто по разным причинам воспитывают детей в одиночку. Подробности у Татьяны Голубевой. Двери кризисного центра для мужчин всегда открыты. Кстати, такой центр единственный в России. Не потому, что на Алтае мужчин с проблемами больше, просто так сложилось. А приходит сильный пол сюда в сложные периоды жизни. Это юридические вопросы относительно семейного права. Да, мужчины обращаются к нашему юристу. Трудности на работу, на работе, сложности проживания каких-то эмоций, внутренних своих состояний. Это тоже волнует наших мужчин. Не исключение отцы, которые в одиночку воспитывают детей. Сергей один из таких. Уже 10 лет они с сыном живут вдвоем. Мама после развода захотела больше свободы. Было нелегко. Ради того, чтобы больше внимания уделять ребенку, пришлось даже уйти с престижной работы и переехать в Сибирь. Но проблемы начались позже. Вы знаете, когда отец сам воспитывает, да, наверное, каждый родитель воспитывает своего ребенка, ты на определенное время забываешь про себя. Полностью посвящался ребенку, поэтому как бы личной жизни никакой не было. Как раз когда начал устраивать личную жизнь, ребенок посчитал, что я его бросил. И, ну, посчитал это предательством, и как-то у нас с ним разлад пошел. В центре помогли. Часто хватает даже одной совместной консультации. Но по необходимости специалисты назначают несколько. Кстати, отцов, которые одни воспитывают детей, по статистике год от года становится больше. Сейчас в Барнауле порядка 500 таких пап. В кризисном центре говорят, все дело в том, что времена меняются. Происходит сближение роли отца и роли матери. Да? Если раньше четко были в традиционном обществе эти роли распределены, вот это делает только отец, вот это делает только мать, то сейчас нет. То есть, в принципе, отец может делать все то же, что и мама, кроме там кормить грудью ребенка. Одиноким папам чаще требуется психологическая помощь. Если нужна материальная, в центре перенаправят к другим специалистам. Помочь готовы каждому мужчине. Главное, чтобы обращались. А наш герой Сергей наладил контакт с сыном. Говорит, никогда не жалел, что ребенок после развода остался с ним, несмотря на сложности. Самое приятное вообще, что вообще лечит, я считаю, всегда. И все переживания, да, когда ты приходишь с работы, уставший, тут тебе «папа». Эта радостная улыбка тебя обнимает. Самое прекрасное. Хочется девочку. Ну, уже в полной семье, да? Или вы сможете вот второго сейчас один? Хотелось бы полной семьи, честно. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Кстати, на Алтае уже 11 лет существует Краевой совет отцов. Развитие отцовского движения на нашей территории считают одним из самых продуктивных в стране. Представляют совет многодетные отцы из самых разных сфер. Своей главной задачей они считают показать, как можно проводить время вместе с детьми. Каков главный барьер на пути к этому и в чем измеряют успех отца? Об этом мы поговорили с представителем Краевого совета отцов Денисом Гавриловым. Зачастую, если даже смотреть по многим ребятам, проще прийти в магазин, купить, ну, элементарное, тот же самый готовый скворечник, не разбирая, вот тебе скворечник, смотри, как все классно. И получается ситуация такая, что все решается через деньги. Можно с детьми, не знаю, там, в поход сходить, какой-нибудь, чему-то научить их, показать, как жить, ну, вот сейчас, допустим, безопасно, тот же. Сходить в пожарную часть, показать, как работают сотрудники пожарной части, в чем особенности. В принципе, показать, к чему дальше будет стремиться. То есть, если это воспитание, да, берем роль. То есть, можно организовать поход, ну, в тот же кванториум, чтобы показать, а какие будущие профессии будут интересны, а кто это покажет. Из ТикТока кто-нибудь или папа?
Я считаю, что если это покажет отец, это будет более наглядно и поучительно, нежели какой-то там блогер будет транслировать какую-то свою идею. Меня не устраивает вот эта позиция, что кто-то другой транслирует. Я хочу показать то, куда нужно стремиться. А что делать в такой ситуации, если отец сам не успешен, если он, допустим, там трудится грузчиком в Мариера? Но кто сказал, что это не успешность? Мы вот рассматриваем, что успешно – это сразу рисуется какая-то картинка. А успешным же можно быть самодостаточным человеком. Если этот грузчик зарабатывает достаточно для себя денег, если он этими деньгами может обеспечить те потребности для детей, ну, это вполне себе успех. Если у него хватает времени, сил после работы грузчика пойти с ребенком в тот же лес, увлечься, ну, показать ему увлечение. Допустим, взять, ну, я не знаю, что, параплан взять и с ним полететь. Но это же тоже увлечение, это тоже реализация человека. На этой неделе краевые депутаты проведут последнюю перед каникулами сессию. И одна из самых острых тем коснется эвтаназии бродячих животных. Такие изменения в закон предлагают внести парламентарии. Речь идет не об умерщвлении всех подряд собак, а, например, агрессивно настроенных, если за полгода приюта хозяев им так и не найдут. Добавим, что среди опрошенных нами барнаульцев гуманно настроенных больше. Живу здесь вот, бывает ночью, проносится собак 10. Они мешают обществу, кидаются на людей. Возможно, правильно. Кастрация – это временный метод, а вот и усыпление надежный. Я думаю, что лучше кастрировать, стерилизовать. Почему не усыплять? Ну, может быть, это не сильно гуманно по отношению к собакам. Более гуманно, наверное, кастрировать, чем усыпить. Но если бы вдруг там ребенка моего собаку укусила, наверное, я была бы другого мнения. Отлавливать куда-нибудь, сдавать в приют на там перевоспитание, может быть. Я думаю, что нужно просто как бы воспитывать детей, объяснять им, чтобы, ну, они, во-первых, к ним не подходили, к бродячим собакам. Ну, а во-вторых, это стараться, может быть, приютов больше делать, как бы помогали, чтобы люди все в эти приюты как-то продукты, может быть, ненужные приносили. А более подробно об этом поговорим завтра. К другой теме. Чемпионат Сибири по футболу по накалу страстей уступает, конечно, другим крупным турнирам, но здесь команды только начинают свой путь к вершине Олимпа. В 11-м туре особое внимание было приковано к матчу «Алтай» против «Темпа». И на это есть две причины. Во-первых, «Алтай» не может выиграть уже на протяжении 10 игр, а «Темп» готовится впервые выступить в Кубке России. Каким получился матч, расскажет Дмитрий Дроздов. Непредсказуемость – второе имя футбола в Сибири. Либо снег, либо лужи. Сильнейший ливень за пару часов до матча, но поле удар выдержало. Но в некоторых местах футбол переходил в водное поло, поэтому команды старались играть нестандартно. «Темп» был фаворитом еще до начала матча. Он на вершине таблицы и борется за первое место. А у его соперника «Алтая» из 10 матчей 0 побед. 3 мяча забили, 38 пропустили. Эта игра началась ожидаемо. На второй минуте Евгений Цывык отправил мяч в ворота «Алтая». Итог первого тайма 2-0. Задача играть комбинационный футбол. Сегодня у нас получалось намного больше этого, потому что, ну, соперник позволял. И мы старались, конечно, играть больше контроля на половине поля соперника. Не гнаться за голами, а гнаться за красивым футболом. Ну, и, соответственно, придет результат, когда будем показывать качественный футбол. Во втором тайме «Алтай» попробовал навязать свой футбол, но голы Сычева, Бабича и Гречникова свели эти попытки на нет. Такую игру, как мы, да, играют буквально там две команды еще. Поэтому в основном эта зона – это единоборство, длинные передачи и борьба за каждый мяч. Но в комбинационный футбол играет считанное количество команд. Здесь, если расслабишься и будешь что-то экспериментировать, то футбол накажет. Поэтому настраивал ребят еще со вчерашнего дня, уже на предыгровой, что не будет легко.
И те же самые результаты, которые я смотрю, Алтай проигрывает. В некоторых матчах им просто залетает практически, да, все. Команда молодая, и я думаю, они на правильном пути. Но пока получают, да, немножко по шапке, но это закалит. Конечный счет 5-0 в пользу «Темпа». Алтай, расстроенный результатом, отказался даже давать комментарии. Клуб ждет недельный перерыв, а дальше в 12-м туре «Темп» примет Бурятию. А Алтай попробует добыть первую победу в сезоне в матче против Распадской. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.